В феврале в универсальном спортивном комплексе ЦСКА состоялся третий международный турнир по карате Кёкушинкай «Открытый кубок России 2002». Этот турнир за короткое время стал одним из самых престижных и авторитетных мировых первенств. 290 спортсменов из 32 стран приехали побороться за победу в Кубке. Помимо сборной Российской национальной федерации карате Кёкушинкай, в Кубке участвовали русские бойцы из более 50 регионов страны. И сегодня вы увидите то, что происходило на этом престижном международном турнире. Полтора месяца 12 спортсменов из сборной федерации тренировались в Екатеринбурге под руководством опытного тренера из Перми Владимира Захарова. Даже направляясь в Москву, бойцы умудрялись поддерживать форму. Время на стоянках поезда использовали для небольших пробежек. Даже когда бойцы отвлекались на игру в снежки, тренер Захаров им не мешал. Перед турниром у спортсмена должно быть хорошее настроение, крепкий дух и никаких сомнений. Взвешивание прошло без проблем. Каждый из сборной России входил в свою весовую категорию. Бойцам предоставили небольшой спортивный зал для тренировок. Все напряженно ждали первого дня турнира. 32 страны выставили своих бойцов на открытом Кубке России 2002. Впервые участвовали в турнире спортсмены из Австралии, Новой Зеландии, Марокко, Зимбабве и Чили. Для многих это было двойное потрясение. Участвовать на престижном кубке и впервые побывать в России и увидеть снег. Я очень много слышал о России, так как очень много студентов из Марокко обучались в России, в Советском Союзе. И они очень много рассказывали хорошего и доброго об этой стране. Я первый раз приехал в Россию и первый раз в жизни увидел снег. Когда прилетел, увидел великолепный аэропорт и заснеженные улицы. Это здорово. Первый раз в Москве. Very lovely country. Красивая страна. Cold. Очень холодно. Ну, вам понравилась Москва? Do you like it? I do like it. People are very friendly. I found the people to be friendly here. Очень дружелюбные люди. И он чувствует себя, как будто он находится дома. Самая очаровательная спортивная пара в карате Кёкушинкай – Агнешка и Сильвестр Сипьен из Польши. На этом турнире бился лишь Сильвестр. Жена приехала поболеть за него. Поболеть за спортсменов приехали любители карате Кёкушинкай из разных уголков России. С приветственными словами выступили командующий ВДВ Георгий Шпак, председатель комитета ветеранов Государственной Думы, маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, заместитель председателя Госкомспорта России Валентин Балахничук, высокопоставленные чиновники из правительства и, конечно же, Канчи Шакей Мацуи, директор международной организации карате Кёкушинкай, а также члены международного комитета Люк Холландер, Питер Чонг, Кацухита Гарай, Жанк Сандулеску. Свое приветственное письмо прислал и президент России Владимир Путин. Турнир посвятили Дню защитника Отечества, потому РНФК самые почетные места отвела героям России, участникам локальных войн.
открытом Кубке России участвуют бойцы из 32 стран мира. Среди них призеры победители международных турниров, континентальных чемпионатов, чемпионатов Европы и мира. Международный турнир по карате Кёкушинкай, открытый Кубок России 2002 года, объявляю открытым. Он! Давай, все, заканчивай. Пошел, давай, заканчивай.
Последнее время пошло. Давай, давай. Давай, давай. Грудь, 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 грудь. Концовочка. Грудь, пошло. Работай, 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 работай
Хорошо. Давай.
Двигайся, Рома, двигайся! Давай!
Все хорошо, давай. Ручками, ручками работай. Ну, руками здесь. Ну, вот, 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 давай, 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 давай. И руками здесь добавь. Вот так. И руки. Вот так. Вот, руками туда, туда. Поднимай левая. Вот так. Вот так. Отдавай, Андрей, отбей, не стой. По внутренней, по внутренней. Вот, давай, все, живот, есть, есть, живот, правый. Есть! Вот, 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 вот,
Минута! Макс, начинай, начинай! Сам! Максим, вперед! Хорошо! Давай, вот так, хорошо! Четыре!
мышки держи. Жестче, жестче! Давайте поддержим его, забудем его, активизируем его спортсмены. Ваше приветствие. 2 минуты прошло, сейчас, Вася! Ага, все! Еще придется попросить зал поаплодировать, чтобы продлили вид спортсмена. Тише, 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 тише
Пиза, 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 п
Спортсмен дисквалифицирован за незаконные заплаты. Поединки.
Отлично! Пройди, пройди, спокойно! Спокойно! Вот так, хорошо! Вот так, здорово! И ручку, да, хорошо! Заняла в абсолютно весовой категории Юрченко Тамара, Украина. Я думаю, что